Национальный оркестр Калмыкии в преддверии праздника весны Цагансар запустил музыкальный челлендж. К нему присоединились многие жители Калмыкии. Акцию поддержали воспитанники Дворца детского творчества, которые исполнили домбровые наигрыши. В числе первых также откликнулись участницы ансамбля «Эрдым» Зоя Лиджиева и руководитель фольклорной студии «Алтынхунхэ» Татьяна Убышиева. Участвовать могут все желающие. Для этого необходимо записать видео, где вы играете на любом инструменте или исполняете калмыцкую песню о встрече праздника весны. Нужно отметить на своей публикации аккаунт Министерства культуры и туризма Калмыкии и Национального оркестра, а также поставить хэштег «Цагансар2021».